Дональд Трамп останется на свободе до суда. За это прокурор назначил экс-президенту США залог в 200 тысяч долларов. При этом Трампу выдвинули условия не препятствовать следствию и не угрожать свидетелям в социальных сетях. Миллиардер вменяет вину по более чем 40 пунктам, в том числе попытку фальсифицировать результаты выборов в Джорджии и другие нарушения, связанные с вмешательством в подсчет голосов. Помимо Трампа, обвиняемыми по этому делу проходят 18 его соратников. Теперь Трампу надлежит явиться в Атланту не позднее пятницы, чтобы сдаться властям. Это формальность. По закону штата Джорджия он будет номинально арестован и тотчас освобожден под залог. У здания суда округа Фултон, где пройдет процедура, усилили меры безопасности. Власти не исключают, что может вспыхнуть стихийный митинг. Сам Трамп считает обвинение попыткой сорвать его кампанию по переизбранию на пост президента в следующем году. Судебный процесс начнется в марте следующего года. Это не единственное разбирательство. Обвинение Дональду Трампу предъявили также федеральная прокуратура и окружная прокуратура Манхэттена, которая рассматривает дела о взятке и сексуальных домогательствах.